Здесь также прозвучали обвинения в адрес Азербайджана в военных преступлениях. Я заявляю с полной ответственностью от имени азербайджанского народа, что вооруженные силы Азербайджана никогда не совершали военных преступлений. И что удивительно, опять-таки, эти заявления делает страна, которая является примером лицемерия. Это страна, которая десятилетиями проводила агрессивную политику и совершила многочисленные военные преступления против военных гражданских лиц, попиравшие основные права около миллиона человек. В отличие от Армении, Азербайджан серьезно относится к своим международным обязательствам и утверждения, связанные с преступлениями, совершенными в ходе военных операций, расследуются соответствующими государственными учреждениями. Как сообщила Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики от 17 сентября и 2 октября 2022 года, в настоящее время проводится детальное расследование в отношении видеоизображений, анонимно распространяемых в интернете, которые в социальных сетях утверждаются как незаконные действия азербайджанской армии. Так у меня вот вопрос к армянской стороне. А занимается ли Генеральная прокуратура Армении теми видео, которые также были распространены в интернете? Господин Симонян почему-то их не упомянул. А эти кадры свидетельствуют об издевательствах, а точнее о глумлении над телами погибших азербайджанских солдат. Я не буду здесь рассказывать о том, что творили армянские военнослужащие, так как это без эмоций говорить невозможно, потому что это не укладывается в сознание цивилизованного человека. Так я хочу повторить свой вопрос. А занимается ли Генеральная прокуратура Армении этим? И вообще, занималась ли Армения, Генеральная прокуратура Армении тем, чтобы привлечь к ответственности виновных в многочисленных военных преступлениях и других противоправных действиях, совершенных против азербайджанских солдат и мирных жителей во время двух карабахских войн? Как сказал наш президент, господин Илхам Алиев, армяне, проживающие в Карабахе, это граждане Азербайджана, и Азербайджан не намерен обсуждать с той или другой страной свои внутренние вопросы. Права и безопасность армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана. Они будут обладать теми же правами, что и граждане Азербайджана. Они могут быть уверены в том, что их жизнь, интегрированная в азербайджанское общество, будет значительно лучше нынешней. У нас нет территории Нагорного Карабаха, у нас есть Карабахский регион. И ее нагорная часть и низменная часть, это являются частями этого региона. Спасибо за внимание. Я прошу прощения у всех, что отняла время. Пожалуйста, всего я не могу вам не дать, большое. Пожалуйста. Я очень удивляюсь, если нет Нагорного Карабаха, тогда под чем подписывал президент Азербайджана Алиев? Потому что в документе от 9-10 ноября очень четко и ясно написано «Нагорный Карабах». Но это тоже риторический вопрос. Я не буду вдаваться в подробности, не хочу отвечать многоуважаемые коллеги по всем пунктам. Я уверен, что здесь присутствуют все люди информированные. Скажу только две фразы. Во-первых, для того, чтобы понять и представить цинизм или действие какой-либо национальности или какого-то государства, достаточно, например, посмотреть на пример того, что на таком же международном формате можно топором зарубить спящего человека в номере отеля. Это сделал «бравый солдат» в кавычках Сафаров, который сейчас является героем Азербайджана. Вот единственное, что вы должны знать, чтобы представить, кто как действует. И еще одно. Я предлагаю, вот у меня есть предложение, Валентина Ивановна, я предлагаю вот под эгидой СНГ организовать возврат удерживаемых лиц, которые сейчас удерживаются в Азербайджане. Моя коллега может их называть пиратами Нагорного Карабаха, преступниками, но это всего лишь люди, которые заблудились и оказались на территориях, прошедших под контроль Азербайджана после заключения заявления от 9-10 ноября. У меня есть такое предложение. Давайте предложим нашим азербайджанским коллегам привести с собой на следующее заседание всех тех лиц удерживаемых, которых они удерживают, ведь родственники, родители этих людей каждый день также у нас требуют, чтобы мы этим занимались. Спасибо большое. Вы верните наших 3900 человек.
Коллеги, которые пропали. Женщины, детей, которых вы угнали после Первой Карабахской войны. 777 человек пропали после Первой Карабахской войны. Давайте уважать эту аудиторию. Коллеги, просьба снять эмоциональность, успокоиться, продолжим работать. А этот вопрос требует, конечно же, отдельного, серьезного, большого продолжения работы.